Они нашли то, что искали. Для трех победителей новогоднего квеста, организованного информационным агентством «Пенза Пресс», подарки от партнера акции спортивно-экипировочного центра X-Life уже подготовлены. Все призеры – представительницы прекрасного пола. Алина Кулькова вместе с сыном нашла 8 шаров. Листала ленту новостей «Пенза Пресс», увидела, что проходит такой квест. И первые шары были, конечно, в центре города. Мы как раз с ребенком должны были идти на театральный кружок. И я говорю, пойдем посмотрим, может быть, мы с тобой шарики найдем. И мы с ним нашли 2 шарика. И потом азарт уже взял верх. И я захотела выиграть куртку мужу. По условиям квеста пензенцам предстояло разгадать загадку, выехать на место, найти шар с логотипом «Пенза Пресс», сделать селфи, опубликовать в соцсетях, добавив обозначенные в правилах хэштеги. Хочется отметить, что для нас это первый такой квест в таком формате, и мне кажется, опыт все-таки у нас получился положительный. И мы определенно будем продолжать в том же духе, мы будем обязательно готовить для наших читателей подписчиков новые квесты. Уже в скором времени пензенцы смогут стать участниками и других акций. Узнать о них можно на сайте информационного агентства «Пенза Пресс» медиахолдинга «Экспресс».